Всем здорово, с вами Иван Строгин. Сейчас я катаюсь на Nissan Селия с 15 лошадиных сил, который достигает всего 270. Все-таки чуть перекручу. Как вы знаете, совсем недавно добавили такую штуку, как перегрев двигателя. Типа нехрен движок постоянно перекручивать. И теперь может приспосабливаться кататься на низах. То есть, что как раз я таки и делаю в последнее время, но, к сожалению, у меня нет интернета. Ой-ой-ой. Перебор. И, естественно, приспосабливаюсь, как мне уже один человек написал у меня в группе DripDales. Он поинтересовался, какая у меня настройка на ней. Как видите, уже множитель сотни, и особо-то не высоко поднялась температура. Стоит турбинка самая дешевая, всего 35 лошадок на плюс 35 лошадок, прямоток на плюс 10, поршни на плюс 30, ну здесь там самые. И подвеска четвертая пружина клиренс. Так, наверное, хватит кататься. Ну, 32 тысячи плюс 32 тысячи. В моментах я, естественно, перегазовал, что и видно. О, 5 555 000, ништяк. Так, ну, чтобы вы видели, что там стоит. Глушитель на 10, турбинка на 30, наврал чуть, не на 35, а на 30 лошадок, поршни и подвеска, то есть клиренс. Дальше подвеска, ну да, задние колеса 220 ширина, передние 225, ну чтобы более-менее лучше держались на передней оси, а не на заднем. Задний нам больше нужен снос. Так, радиус нужно ставить именно 18, потому что на 17 почему-то он хуже едет, чем на 18. Развал задних колес на минус 2, развал передних колес минус 4,1. Так, кастер на 0 оставляем, потому что там что-то плюс-минус ставишь как-то не то. То это в шпальный дрифт уходит, то, что просто... Вроде заворачиваешь, но он прямо едет и врезается в стену. Ну, то есть неповоротливый становится. И Аккерман, который то или как там считается, выставляем на 0,3. Ну, в принципе-то и все, и автомобиль очень хорошо едет. Ну, по крайней мере, для меня. На малых скоростях, на третьей передаче, на малых оборотах от 3000 до 4,5 более-менее автомобиль держится. Так что вот, настраивайте, катайтесь на остальные автомобили, может попозже скину настроечки. С вами был Иван Строгин, всем счастливо, всем пока.